Самочувствие, а дело в том, что Женя пару дней назад решила поднять тяжелый чемодан и опять сорвала спину. Грыжа напомнила о себе. Я себя ненавижу за то, что я 2 дня ничего не делаю. Мы встречаемся с моими друзьями, встречу я не могу отменить, потому что мы уже давным-давно договорились о встрече, тем более у них один-единственный выходной. Да, и друг у меня необычный, и вместе с ним мы хотим приготовить кое-что очень прикольненькое для моего кулинарного канала. Едем мы сейчас в гости к нашим друзьям, будем готовить кушать. Я беру вас вместе с собой. Такой у меня лук сегодня. Модное кимоно. Джинсы на завышенной талии. Ошейничек. И шляпка. Ссылки на эти вещи я оставлю под видео, они новые. Хотела сказать еще, что мне доставили 2 посылки недавно. И после того, как я приеду домой, я вам обязательно их покажу. Знакомься, это Массимо. Здравствуйте. Надо было по-итальянски чего-нибудь. Чао, бонжорно. И мы сегодня будем набирать отсюда тоже, да? Логин. Она вообще... Без парабенов? Без парабенов, без никаких добавок. Чисто, мясо чисто. Да. Вот так. Вот, да. Подожди, сейчас я добавлю. Сейчас буду делать фарш специально для меня и на моих глазах. Очень клево, конечно. Обалдеть, у нас будет 3 блюда. Ждите 3 блюда на моем канале. С участием Массимо и Полита. Вот эта штучка должна быть очень вкусная. Это сухие помидоры, маринованные. Мы с Массимо давно знакомы уже. Сколько лет? 7 лет, да. Вместе работали. Массимо, кстати, по-русски хорошо разговаривает, как вы заметили. Да, вот мы заехали в Ромстор, сейчас купим еще недостающие ингредиенты для наших блюд. Какой же итальянец без вина? Массимо сказал, что вино, которое стоит 5 евро в Италии, у нас стоит 50 евро. Нара! Хочу познакомить вас с Нарой. Нара – жена Массимо и моя подруга по совместительству. Мы тоже давно знакомы. Сейчас Эльдокопола, еще мы где-то 7 лет знаем друг друга, так же как Массимо. Сейчас я вам кое-что покажу. У Нары есть гардеробная. Разные полочки с драгоценностями, с парфюмами. Вау, вообще класс. Супер. Скажите, девчонки, какой кайф. Итак, друзья, как и что мы готовим, смотрите на моем 2-м кулинарном канале. Buon appetito! И снова всем привет! Сейчас я покажу свои посылки. Первое, что мне прислали, это сумка для фотоаппарата. Она просто офигенная. Она небольшая, 2 отсека для камеры. В ней помещается зеркалка, 2 объектива к ней, видеокамера. Плюс помещается GoPro с моноподом и все зарядки к ним. И цена низкая. Следующее, это Powerbank. Зарядное устройство для телефонов и планшетов. Мы ее тестировали, хватает на 2 полных заряда батареи Sony Z2. И хотя написано, что 13 тысяч миллиампер, якобы этого должно было хватить на, наверное, 6 или 7 даже зарядок, но хватило всего лишь на 2 зарядки. Врут. Далее подставка, штатив для GoPro маленькая. Ни разу не пользовалась, считаю, что бесполезная покупка. И microSD адаптер плюс флешка, в которую можно вставить microSD. И чехол на руку для GoPro и телефона. Теперь покажу вам кисти, которые пришли мне с сайта Sedona Lace. Первая удлиненная кисть, кисть для растушевки. Очень неудобная, длинная, мягкая. И следующая кисть для нанесения румяна. Опять же, чересчур мягкая. Очень плохо набирает продукт, как и все эти кисти. И я просто хочу выразить свое недовольство. Эти кисти мне абсолютно не понравились.